Прежде чем начать этот сеанс, я попрошу вас проверить, хорошо ли вы устроились, желательно в тихом месте, где никто не будет беспокоить. Также убедитесь, что положение тела очень комфортно. Затем вы закрываете глаза и позволяете себе следовать за моим голосом. И вы обращаете внимание на положение тела, пространство вокруг тела. Таким образом, вы готовитесь к глубокому опыту, который поможет вам двигаться к исцелению, укрепляя область горла, всю верхнюю часть тела, плеч, гортань, рот, язык и челюсть, зубы, затылок, шею, слюнные железы, голосовые связки, адамово яблоко и особенно щитовидную железу нашего дирижера, от которой зависит гармония всего тела. А теперь я попрошу вас увидеть в основании шеи светящийся диск голубого цвета. И представляя голубой цвет в основании шеи, вы сосредотачиваетесь на левой половине тела и наблюдаете, как левая половина тела чувствует себя сейчас. И продолжая визуализировать диск голубого света у основания шеи, вы теперь сосредотачиваете свое внимание на правой половине тела. И вы наблюдаете, как сейчас чувствует себя правая половина тела. И вы перемещаете свое внимание справа налево и слева направо и снова справа налево и слева направо. И теперь правая половина и левая половина сливаются и становятся единым целым. Итак, теперь, когда две половины стали одной, вы снова сосредотачиваетесь на горле прямо сейчас. И вы позволяете своему горлу расслабиться, раскрыться. И все мышцы вокруг вашего горла, шея, плеч и челюсть внезапно расслабляются одновременно. И когда вы наблюдаете, как расслабляется ваше горло, вы позволяете себе следовать за моим голосом и отпускаете свои мысли, которые проходят, как белые облака в голубом небе. Если во время сеанса вы чувствуете дискомфорт, вы знаете,
что можете сменить позу. И если необходимо, вы можете выйти из транса, потому что вы находитесь там по своей собственной воле. И у вас есть выбор. Чтобы позволить себе следовать или нет за моим голосом. И вы слушаете без оценки. Вы берете только то, что хорошо для вас. А всему остальному вы позволяете пройти мимо, как белое облако в голубом небе. И вы можете чувствовать себя уверенно и безопасно, идти настолько далеко, как вы можете. Теперь, когда вы знаете, что можете чувствовать себя уверенно и безопасно, вы сосредотачиваетесь на дыхании. И когда вы вдыхаете, вы концентрируетесь на горле. И с каждым вдохом голубой свет усиливается вокруг горла. Голубой свет распространяется в челюсть, горло, гортань, язык, зубы, небо, всю шею, верх плеч, затылок, голосовые связки, Адамово яблоко и в особенности на щитовидную железу, которая стимулируется голубым светом. И вся область горла, органы, различные железы, ткани, мышцы, связки, нерв, кости, зубы пропитаны голубым светом, который снимает все напряжения. И в то же время это глубоко питает клетки. Эта часть тела расслабляется все глубже и глубже. И теперь, когда область горла почти расслаблена, вы видите голубой свет во рту. И вы сосредотачиваетесь на ощущении и вкусе голубого света, который освещает рот изнутри и снаружи, и вы глотаете голубой свет, который питает тело до самых глубин клеток и распространяется по всему телу, внутри тела и вне тела, снимает все напряжения по мере того, как он растекается все дальше и дальше по телу. В то время как голубой свет снимает все напряжения по мере того, как он растекается в горле и теле, вы наблюдаете свое дыхание. И, возможно, можете заметить, что со вдохом тело чуть
поднимается, и с выдохом тело опускается, подобно восходящей и нисходящей волне. Следующий ритму дыхания, и через этот ритм дыхания вы ощущаете движение морских волн, которые приходят и уходят. И тело позволяет нести себя в соленой воде и позволяет себе погрузиться в бескрайнее голубое бесконечность. И вы позволяете себе раскачиваться от движения волн, которые приходят и уходят. И вы смотрите на голубое небо в бесконечность. И вы отдаете себя спокойствию и тишине, умиротворению голубой бескрайности неба и моря бесконечного, которое охватывает вас, и вы отдаете себя движению волн, которые приходят и уходят с той же скоростью, что и дыхание, которое нарастает и опускается. И тело стало единым и с морем, и с небом. И вы чувствуете снаружи тела и внутри тела движение волн, которые находятся под влиянием движения Луны, которая вращается вокруг Земли в согласии с движением планет и звезд, которые вращаются во Вселенной. И вы чувствуете вселенский покой, который оседает в вас, в самые глубокие ваши клеточки и в самую глубинную суть вашего существа. И позволяя себе раскачиваться во вселенском покое, вы позволяете себе открыть горло, которое излучает свет голубого цвета, и свет голубого цвета, успокаивающий, распространяется по всему телу, внутри тела и вне тела. И позволяя мне вас направлять своим голосом, вы полностью растворяетесь в голубом цвете бесконечности, растворяетесь в движении волн и растворяетесь в соленой воде моря, которая чуть пахнет йодом, и вы сосредотачиваетесь на запахе йода морской воды. И в то же время вы сосредотачиваетесь на щитовидной железе, которая расположена в основании шеи. Щитовидная железа является дирижером всего тела, от которой зависит гармония вашего тела. И вы должны знать, что щитовидная железа имеет форму бабочки, что она содержит в крови ту же пропорцию йода, что и в морской воде,
Так что, когда вы позволяете себе раствориться в движении волн, и когда вы чувствуете запах йода в морской воде, ваш организм вспоминает, что он когда-то давно вышел из моря, а щитовидная железа напрямую связана с морским элементом. И вы также должны знать, что щитовидная железа действует на нервную систему, на обмен веществ в теле, рост тканей, мышц, кожи, волос, а также щитовидная железа регулирует частоту сердечных сокращений, температуру тела, производство красных кровяных клеток. И вы понимаете, что хорошее функционирование щитовидной железы имеет важное значение для поддержания хорошего здоровья. Вам, безусловно, приятно знать, что в этот момент щитовидная железа очень счастлива, что нашла связь с морским элементом и окружена бесконечной, голубой необъятностью. И щитовидная железа очень рада, что ее окружает спокойствие, умиротворение и безмятежность. Благодаря этому она чувствует себя хорошо в данный момент. И она заряжается, впитывает в себя нужные ей элементы, с которыми она вступает в взаимодействие. И вы можете почувствовать, что щитовидная железа находит баланс. И вы можете почувствовать, как она вибрирует в бесконечной, голубой необъятности. И пока щитовидная железа вибрирует в гармонии со Вселенной и напитывается морской стихией, я попрошу вас сосредоточиться на животе и нижней части живота. И вы начинаете осознавать эмоции, которые могут застревать в животе или нижней части живота, и, возможно, создавать напряженность или боли, или болезни в теле. Я собираюсь попросить вас обратиться с просьбой к вашему бессознательному, открыть канал от живота и нижней части живота к горлу, чтобы выпустить заблокированные эмоции и позволить свободно циркулировать потоку энергии. И вы мысленно представляете этот канал той формы, которая вам больше подходит. И открытие этого канала от живота к горлу позволяет вам высвободить прямо сейчас эмоции, накопленные за очень долгое время, которые проходят по этому каналу, который ваше бессознательное создало для вас. И горло открывается этому каналу, который начинается с живота
и нижней части живота. И горло позволяет передать и пропускать эмоции, которые вы визуализируете в той или иной форме. А напряжение, эмоции, блокировки, которые препятствовали потоку энергии, высвобождаются через горло. Я попрошу вас сейчас увидеть себя в процессе выпускания из себя жужжания и гула, проходящего через горло, жужжания, напоминающего рой жужжащих пчел. И вы слышите жужжание, проникающее через горло. И вы чувствуете шум, который проходит через ваше горло и который высвобождает заблокированные эмоции. И вы визуализируете вибрацию жужжания, проходящего через горло, которая вибрирует в голубом свете бесконечности. И в непрерывной вибрации вы выпускаете во Вселенную все, что должно было быть выражено, что вы так долго подавляли. Так что теперь бессознательное навсегда открыло вам канал, который позволяет вам оставаться на связи с тем, что вы чувствуете, и свободно выражать, проживать то, что вы чувствуете. И вы должны знать, что отныне вы всегда сможете в любой ситуации найти способ выразить свои чувства. Это означает, что отныне энергетический центр, ваше горло, полностью раскрыт, чтобы позволять вам свободное выражение себя в этом мире. Теперь вы можете, если захотите, призвать в помощь защищающих духов, бессознательные и невидимые миры, чтобы защитить и сохранить канал, который вы только что создали. И в то время как защищающие духи находятся рядом с этим каналом, который обеспечивает свободный поток эмоций, в течение этого времени вам ничего не остается, кроме как позволить себе обрести спокойствие голубого цвета бесконечности. И вы полностью растворяетесь в бескрайнем голубом цвете бесконечности. И пока вы растворяетесь в голубой бесконечности, вы позволяете себе следовать за моим голосом. И я приглашаю вас увидеть себя в будущем, в полном здоровье, с полной здоровьем областью горла и рта, с хорошо работающей щитовидной железой. И вы не стесняетесь быть собой и выражать то, что вы есть и что вы чувствуете.
и вы видите, как приятно видеть вас в будущем. И вы усиливаете это чувство благополучия, и вы активируете это чувство благополучия во всем теле, в самых глубоких, из самых глубоких клетках и в самой глубинной основе вашего существа. И вы должны знать, что это видение себя, которое вы только что создали, теперь существует в будущем. И отныне вы идете к тому будущему, которое уже существует. И этим видением себя в будущем, которое уже существует, пропитано все тело, его самые глубокие клетки и самые глубинные основы вашего существа. Сейчас я прошу вас вернуться в настоящее, здесь и сейчас. И не торопясь, вы можете подвигать пальцами рук и ног, потянуться, и вы подтягиваетесь еще немножко больше и распространяете целебную энергию по всему телу. И затем я приглашаю вас потереть лицо ладошками, чтобы еще раз глубоко интегрироваться с клетками вашего тела и с глубинной основой вашего существа и получить максимальную пользу от этого сеанса, который будет продолжать оказывать на вас длительное влияние еще долгое время. Теперь вы можете вернуться в настоящее и открыть глаза. И в своем собственном темпе вы возвращаетесь сюда, здесь и сейчас.